приветствует супермаркетсмен и наш сюжет «Антифейк. Стоп. Подделка». Сегодня мы расскажем вам об оригинальной упаковке французской компании «Клосс». Перед нами упаковка томата «Супернова» количеством 1000 семян. На упаковке размещена следующая информация. Название гибрида на английском, русском и украинском языках. Количество семян в упаковке, номер партии, сроки использования, обработано или не обработано и чем были обработаны семена. На обратной стороне упаковки на данном пакете фотография отсутствует, но это оригинальная упаковка. Фотографии могут как и присутствовать, так и отсутствовать на упаковках. Нам обещают, что из этих семян вырастет вот такой красивенный томат. Сейчас мы с вами вскроем упаковку и посмотрим на сами семена томата. Аккуратно, семена обработаны тирамом, поэтому избегайте контакта с руками, с кожей и одеждой. Вот так выглядят семена томата «Супернова». Они обработаны и окрашены в коричнево-красный цвет, но на камере они отображаются более как красный. На самом деле они красно-коричневого цвета. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Это гарантия качественных семян и отличного урожая. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.